Гендерное насилие, как и любое насилие в нашем современном сообществе, неприемлемо как для меня, так и для других членов сообщества. Насилие губительно сказывается на характере взаимоотношений в семье, на рост детей. В период пандемии надо принимать конкретные своевременные меры для решения проблем домашнего насилия, гендерного насилия. Надо людям давать возможность выходить все-таки из своих замкнутых помещений. И должны быть какие-то мероприятия, пусть онлайн-мероприятия, пусть мероприятия со специальной дистанцией, со специальными мерами защиты, но люди должны взаимодействовать друг с другом и жить все-таки в сообществе, в согласии. Нельзя терпеть насилие никому, ни женщине, ни мужчине. И надо искать выход из создавшейся ситуации, находить для себя занятия, искать поддержки в сообществе, в семье своих близких. Есть специальные учреждения, которые помогают людям, страдающим от домашнего насилия, от гендерного насилия. Надо искать выход, надо искать возможности. Возможности всегда есть.